Соединенные Штаты предлагают Турции передать Украине российские комплексы С-400. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что его страна отказывается от этого предложения. По его словам, Соединенные Штаты представили различные предложения по С-400. Они сделали предложения, которые непосредственно касаются нашего суверенитета, например, дать нам контроль над этим, дать его в другом месте. Где наша независимость и суверенитет? Заявил Чавушоглу. Глава МИД заявил, что отказал в просьбе США отправить комплексы С-400 в Украину. США спросили, отправит ли Турция С-400 в Украину. И мы ответили, нет, добавил он. Напомним, в 2017 году Турция заключила с Россией контракт на закупку систем С-400 стоимостью $2,5 миллиарда. В 2019 году турецкая сторона получила компоненты российской системы и интегрировала их в свою ПВО. И при этом испытала возможности С-400 на военных самолетах, закупленных ранее у США. В декабре 2020 года США ввели санкции против Турции за сознательную масштабную операцию с организацией, которая входит в состав оборонного сектора правительства РФ или работает от его имени. Также организация Североатлантического договора исключает любую возможность интеграции российских систем С-400 в свою противовоздушную оборону. Североатлантический альянс продолжает работать над альтернативными вариантами для Турции. В НАТО пытаются найти альтернативные решения, которые могут включать американские системы ПВО Патриот или французские СМПТ. Также добавим, что скоро в Турции пройдут президентские выборы, по результатам которых к власти может прийти представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу. И ситуация с системами С-400 для Украины может измениться.